проверь, что с ней, а? И про данные не забудь. Детали прилагаю. Disfrutando del buen tiempo, este mes. О, интересно. Сейф за картиной. Жутко оригинально. Хотя, живопись в доме наемницы — это все равно, что найти у тебя оперный брейн-данс. Меня больше интересует, почему эта картина упала. Джулиет сильно торопилась. Да, что-то тут очень мутное произошло. Хочешь, поделись жизненной мудростью? В сейфе обычно хранятся ценные вещи. Тут есть ридер. Надо поискать щепку доступа. А намечался тихий денек.
бардак. Да и вонище. Сразу видно, что наемница жила. Хераси. Тут кто-то ударился мизинчиком. Что там? Следы борьбы? Мягко сказано. Почти все закончилось. Вот этому в аптечке явно не место. Иногда и мне везет. Хотел сказать насчет Джулиет. Блять. Она не говорила, что у нее есть сестра. У меня просто нет слов. Спасибо за данные, Ви. Заказ выполнен. Я, в общем, еще позвоню. Если не занят, у меня есть заказик. Прямо классика. Надо просто пробраться в корпоратское логово и подложить жучок. Инфу я приложил. Ну да, я. А ты Тед? Можно Тедди. Залезай, поболтаем. Ладно, Тедди, выкладывай. Смотри, видишь вон там слева гараж? Он принадлежит Кендач. Говорят, они хранят там особый товар. Особый? Для банды 6-й улицы. Ладно, в чем моя задача? Проберись в гараж и закрепи под грузовиком трекер. Только смотри, чтобы тебя камеры не запалили. Это запросто. Учти, от тебя зависит моя карьера. Ты бьешься за правду.
Ты знаешь, как обойти их охрану? А, сразу к делу. Правильно, зачем сопли жевать? Короче, расклад такой. 2 камеры, 5 охранников, еще 3 с другого хода. Что, мандраж? Дельце непростое, понимаю. Ты, главное, на камеру не попадись, а остальное ерунда. Вроде все сказал. Еще вопросы есть? Ясно. Я постараюсь. Ладно, Тедди, пора за работу. Короче, будь как ниндзя. И не пались под камерами. Это меня любят камеры, а не тебя. Ну все, давай. Всемирно известная певица скоро посетит наш город. Билеты на концерт доступны только для лиц с кредитным рейтингом выше 700 пунктов. Остальные фанаты смогут посмотреть выступление при помощи домашних визоров. И это все новости на сегодня. До встречи, Найт-Сити! Thank you.
Удачный будет день. Передает тебе спасибо. Представляю, как охуеют эти уроды из Гендачи, когда он за них как следует возьмется. Вот честно, все бы работали, как ты. Заказ закрыл, деньги скоро тебе придут. Серьезный заказ, и подойти к нему тоже надо будет серьезно. Тебе придется заскочить к 6-й улице и подгрузить вирус в их оборудование. Рассчитываю на тебя, дружище. А, чуть не забыл. У них есть техник Люциус Торн. Я бы не возражал, если бы он поймал случайную пулю, если ты понимаешь, о чем я. Подробности в письме.
такую Америку я воевал. Они заперли его на какой-то катер и дали несколько часов. Ну да, все равно. То, что он лежал, еще. Когда я хоть раз налажал-то, ну? Синтетическое мясо для натуральной энергии. Попробуй. Кто-нибудь есть? Внутричерепное давление в норме, пульс тоже. Пока все хорошо.
В атаку! Один труп. Ну, теперь твой черед. Сладкий мегадрайв! И быстро!
межклановые конфликты. Число нападений на непричастных к столкновениям людей не увеличилось. Тем не менее, в целях полиции решила повысить угрозы в регионе до второго. Старайтесь избегать второстепенных дорог. Мы будем и дальше держать вас в курсе развития ситуации. В 2023 году Найт-Сити потрясла трагедия. В штаб-квартире корпорации Арасака взорвался тактический ядерный заряд. 12 тысяч человек погибло на месте взрыва, а количество умерших вскоре от воздействия радиации не поддается подсчетам. Это ужасная трагедия, причиной которой многие считают империалистические амбиции Арасаки, навсегда оставила след в истории нашего города. А сейчас важное послание для жителей Уотсона. Проблема с бездомными, живущими в канализации, уже решена. Завтра начинается санитарная обработка тоннелей. Для этих работ будут применять... Причиной межклановые конфликты. Столкновением людей. Тем не менее, в целях безопасности полиция решила повысить уровень угрозы в регионе до второго. Старайтесь избегать второстепенных дорог. Мы будем дальше держать вас в курсе развития ситуации.
Николя! Вкус любви! Обожаю вкус металла по утрам! Как всегда, отлично, Ви. Я буду удивлен, если хоть кто-нибудь из шестых еще сунет свое еблище на мою территорию. Я тебе покажу настоящую войну! Подходи, сука! Дело пахнет кровью.
Люциус Дораном отлично вышло. Я очень доволен. Заказ закрывается. О, интересно. Thank you.
Только что поступил заказ. Надо пробраться на завод Сайтеха и выкрасть чертежи, которые принадлежат некой Риане Кумар. Самое забавное, что заказчик — она сама. Думаю, на этот раз тебе придется немного поломать голову. Так что не забудь поглядеть детали. Дайне, как зарплата будет. Я 2 недели был отстранен из этих проклятых легких. А тебе бы платили, если бы ты подцепила какую-то заразу и 10 дней в постели пролежала. Всего часик, я больше не прошу. Допиши в мой счет и накинь себе 10%. А ты меня что, ревнуешь? Опять инспекция? Ну, меня тут через час быть не должно. Господи, меня уволят. Слушай, да мне поебать. Иду проверять.
Знаешь, вот после таких заказов я говорю себе, как хорошо, что у меня есть Ви. Продолжай в том же духе. Закрываю заказ. Джуди, что такое? Ви, ты можешь ко мне приехать? Случилось что-то? Да. Приезжай. Ви, такое дело. Есть одна тёлка из полиции. Начальство поняло, что она слишком много знает и решило от греха подальше сдать ее в психушку. Тебе надо ее вытащить. Так сказать, защитить закон. Детали в письме, я на связи. Получаешь от жизни все, что хочешь? Дай угадать. Старые соевые чипсы, ржавая вода из-под крана, под твоими окнами опять кого-то заметят. Когда фантомная боль приводит к кризису... Здравствуйте. Чем могу помочь? Я могу записаться на посещение к вашей пациентке? Боюсь, что это невозможно. Контакт со внешним миром может нарушить процесс лечения. А хоть позвонить ей можно? К сожалению, боюсь, лечащий врач не разрешит. Мистер Берчик. Мой знакомый на той неделе забыл у вас портфель. Не находили? Я об этом ничего не знаю. Можно посмотреть записи с камер? Камеры установлены на этажах для пациентов. Вход туда разрешен только персоналу.
Ты там? Да, к тебе обращаюсь. Получаешь от жизни все, что хочешь? Дай-ка угадаю. Старые соевые чипсы, ржавая вода из-под крана. Тут твоими окнами опять кого-то зарезали. А что если у тебя появится шанс все изменить? Сбежать далеко-далеко. Получи шанс выиграть неземный путем на твоей кроссовной горе. 10 казино. Гнев! Ярость! Бойня! Ваше высочество, лечение помогает. Вся головоломка в мозгах сложилась. Охранник. Thank you.
Надо же, вот так встреча. Да мы с ним в одной части служили. Ты его узнал? По татуировке. Ну и по вечному ужасу в глазах. Там в Мексике мы все такие были. Такого насмотрелись. Через такое прошли. Сойдешь тут с ума. Дело обычное. Thank you.